Привет, и мы сегодня распаковываем Galaxy J7 Plus. И будет J7 Plus, это именно 2017 года. И возможно J7 Plus будет Galaxy J7 Prime, J7 Pro, J7 Prime или J2 Prime будет надпись J7 Plus и распаковываем. Он еще в Японии есть, и аксессуары, и экранчик Full Vision и Full Metal. Потому что металлический и двойная камера. И есть QR-сканер отпечатка пальцев. Распаковываем и целых посмотрим. На Galaxy J7 Plus есть аксессуары. Внутри еще. Аксессуары из двух сторон. Это Galaxy J7 Plus. Да, в черном довольно. Черном, золотом, в розовом. Или можно брать аксессуары. Бывает такой момент, скрепочка, которая одевается. Берем это, вот это, зарядка и аккумулятор на 5 вольта. Ну и на 5 вольта зачем? Ну и еще потому что наушники или USB порт. Это USB порт, конец, наушники есть на J7 Plus. Выход еще есть. Это Super AMOLED дисплей. И выход еще надпись J7 Plus. И прикольно у меня тоже камеру двойную J7 Plus. И выход, ого, и надпись, это 2017 выход. И еще, значит, нелегко лезть. Двойной удобный интерфейс есть. Сканер отпечатка пальцев. Что мне распечатать? J7 Plus, экран 5.5. Я случайно с Galaxy J2 Prime, Galaxy J7 Neo. Или Galaxy J7 NXT. И да, сканер отпечатка пальцев, понятно. Это к удобному интерфейсе. Вот и удобно еще есть. Аксессуары будут съемку камеру. J7 Plus. И это не все, еще сканер. Ну вот и все, и всем пока.